Вот хорошо, что папа тебя взял. Ага, я вообще забыл за кофе. Она мне напомнила. Время как раз приехал туда вообще. Куда? В тот, да, где обычно, да? Да, они говорят, вспомнил. Думаю, сюда успеть, но успели. Как хорошо, что папа тебя взял. Но на пиццу, да, вон там развели. Не пицца, как не только? Не только. Вот на, сколько она мне дала? 100 с мелочью, да? 127 рублей, да? Да, рыбку красную. Да? Ну, там много всего. В общем, папу конкретно, да? Да. Так невыгодно. Невыгодно, да, ездить с дочкой? Брось. А, ты бонусы, наверное, да? У тебя там 400 с чем-то, да, говорил? За 200 рублей что-нибудь. Вот это коробка. Вот эти она спросит. Ну, это я сам. Карпаччо. Вот она, да, понравились. Давай, показывай свои покупки. Вот так вот. Мама, сейчас. Да. Это ж твои покупки. Вот, вот, Настя, это тебе. Элиза купила. Вот смотри. А это мне. Остановись. Вот смотри, Элиза свои деньги тратит на вас двоих. Айфон купишь, будешь тоже давать Элизе. Роблокс поиграть. Да. Да, Элиза? Да. Когда накопишь... Настя, папа купил это. Я буду iPhone давать поиграть. Ну, я не знаю, я никого не люблю. Наверное, накоплю. Ну, молоко, это уже понятно. Хлеб папе. Домашняя. Откуда ее называется? Тек. Ага. Тек, вот тек. На сколько вышло? Вот итог 621 рубль. Ага. Это пятерочки только. Понятно. И Настя, как Настя любит, да, Элиза купила? Да, она выбирала строго. Мы же в магнит заехали. А там Настиных нету. Я уже дала пятерочку. Сама еще складывает, правильно? Вся в мать, да? Хозяйка. Ну ты тоже. Но я имею в виду, обычно я прихожу... Папа с магазина сразу убираю. И вот Элиза, видите? Сразу я же. Кожу, я кожу убираю. Мы с тобой вместе убираем. Да? Хорошо, что вот мне нравится, как, когда пакеты оставляешь, а то вдруг пакеты закончатся. Куда кидать? В мусор? Да. Вот так вот. Некуда, да? Есть. Да. Правильно. Пакеты. Они дорогие пакеты для мусора. Надо вообще со своими пакетами в магазин ходить. 10 рублей один пакет. 8. Где 8, где 10, да? Где 20? Есть пакет. А что, одну пиццу? В смысле? На платы. Мам, смотри, или... какая красивая. Красивая? Давай иди закали челку или принеси заколку, я тебе. Папа, так вкусно, да? Папа, ой. Сказал же, дочь, это вкусненько. Папа, папа. Вдвоем съездили, да, Настя? Не, вот это прикольно. Домашняя вкусная. Но она подгорела чуть-чуть, давай. Не. Вот же, смотри. А это не есть, это сейчас. С фоткой. Ну, вкусно. Домашняя вкусная. Это да. Же просто держать, я так понял. Ну да. Мам, сыр, колбаса, мам, ветчина, огурчик, укропчик, помидорка. Мам, представляешь, когда папа заказывал, там какие-то лолы, а мы заказывали пиццу, а не лолы. Нет.
Роллы. Какие роллы? Что, мы заказывали, а не о чем. Что мы ходили? Мы же пить. Вы же там не одни заказываете. Кто-то забирает этот. Роллы заказывают. А что? А где кофе? У Лизы было, где кофе, Лиза? Да. Классная пицца вот эта. И это, кофе. Да? Угу. Суть. Папа сначала заехал не туда. Перепутал пункты выдачи. Мама, уже услышали звук, думаю, что это ему кофе. Ага. Мы не дожрались, колбасу не едят. Вкусная, да? Вот это прикольно, да? На мою похоже. Оставьте мне эту пиццу, пожалуйста. Так на, возьми. Вряд ли, дочь. Большой семье. Мам, ты видишь, сколько стоит? Сколько? 4, 2, 28. Нет, это номер заказа. Да. А сколько она стоила? У папы же еще бонусы были. Папа еще бонусы списал. 200 рублей? Нет, дороже, по-моему, сейчас писал. 287 я списал бонусы, по-моему. Это 50% только. Вкусно. 630, наверное. Или 500 чем-то. Нормально. Маленько дешевле. Но это, ну, это больше, чем пепперони. Что там, 4 колбаски и все. Маленькая пицца одной Лизе, да? Угу. Нам-то уже 2 надо брать, да? Угу. Нет. Мне тоже. Ну, если как бы с семьей сесть покушать, 2. Да, 2. Да. Массаж хочешь? Давай покажем, как мы обнимаемся, давай, как мы целуемся. Вот так, как ты мне массаж делаешь, покажи. Как я мужу делаю массаж, давай покажем. Ты делаешь, а? Ты делаешь, да? Нет. По влогам я не делаю тебе массаж. Может, делаешь? Давай, полежи. Как мы с тобой лежим, смотрим телевизор, а то мне сегодня... Одна написала, говорит. Говорит, Алвина муж, Валера жена. Зачем? Не знаю. Ты она говорит, же... знаешь, в каком влоге, где я говорю, мне твоя прическа не нравится. А-а-а. Ну, что мне не нравится, где здесь это, как постригли, и... А Валерий, мол, нравится там туда-сюда. И вот там многие... Она написала, вот, типа, сегодня Алвина критикует Валеру. А при чем здесь Валера? Я вот этого понять не могу. Я вроде критиковала прическу, а не Валеру. И чего хочу сказать. В общем, она меня это... Я сначала удалила ее комментарий. Ну, там она вообще фигню какую-то написала. А, она, значит, пишет, вот, типа, Алвина критикует, короче, Валеру. Потом я вот тоже, говорит, своего мужа критиковала. Ну, что она там говорила, неизвестно. Но суть в том, то, что муж нашел другую, которая хорошо относится к жене. Ты никуда там не собираешься? Не, мне и тут хорошо. Ну, не знаю. Ну, не знаю, что она там говорила, во-первых, что с бедным мужиком, то, что он ему достаточно было сказать хороших, теплых слов, и он быстренько свалил. Долго говорил. Я и сама одежду соберу. Шучу, да, я волосы сниму, а то... Волосы снимешь? Парик сниму. Алвина муж, а ты иди надень. Ты же просто хранительница чебя. Я, в общем, я ее этот комментарий удалила, и она давай дальше писать мне по другим видео. Вообще всякую фигню. Ну, в общем, обиженная женщина какая-то. С обострением. Нет, может, она так мужа пилила, что он не выдержал. Ну, есть же разные ситуации. Вот, например, как
как Валера меня может подойти 150 раз на дню потрогать, я вырезаю, например, эти видео. Нет такого. Нет такого. Как вот так вот все. Вот это вчера мы в Mortal Kombat, например, играли. Ты был к кем? Пьяницей. Пьяный мастер. Пьяным мастером, а я не знаю, и Сонькой, наверное. Я просто такие вещи не записываю, люди, как, ну, мы же в основном серьезно где-то там шутим, так, в пределах разумного, и у людей, видимо, создается такое впечатление, что ты бедный, несчастный. Нет. Так что, Валер, смотри. Ну что, мы тоже играем. Не рассказывай все секреты. Вот, поэтому... У каждого разное, смотря, должен быть и кнут, и пряник, как и для мужчины, так же и для женщины. Я знаю, как на Валеру повлиять. Валера знает, как Валера на... Валера не знает, как на Валеру повлиять. Я женщина-загадка, потому что... Женщина-загадка. И создается такое впечатление у людей, будто бы я тут это, бедного Валеру... Но если было плохо, уже 11 лет совместной жизни. Почти. Это Светлана Митрофанова, да. Митрофанова так говорит: Валер, ты если что, моргни. И вот меня, конечно, смешит. И когда вот так чересчур уже начинают что-нибудь говорить. А насчет прически, почему мне не понравилось? Потому что, да ё-моё, вот смотри, в голову помыл, да, волосы сделал, и все, теперь вижу себя и буду поправлять. Почему мне не нравится эта прическа? Потому что она как-то длинная, ее оставила, и когда волосы здесь у него вот так торчит, как грибочек такой. Нормально. Вот. А где он постригался, да, до этого, мне прям очень нравится. Ну, мы долго... У меня вот так торчит. Да, вот прям. Единственная проблема, почему он... У тебя тоже... Нет, я сегодня видела. Видела я сегодня. Просто ты там торчит. Короче сделала, надо было подлиннее оставить, и все. Нет, нормально. Она же всегда вестрижена. Не всегда, вот в тот раз... А еще это... Вот это брови же, брови ну. Подравнивать сюда. Вот мы когда с Валерой женились, мы пошли в парикмахерскую, Валеру классно постригли. И, там, по-моему, была модельная. Ну, в общем, классно его так постригли, и мне прям очень нравится. Я же с ним нахожусь, я же вижу, я же мужа своего знаю. Правильно? Правильно. Вот, но Валере нравится уже. Уже по-другому не постригли. Да, вот, видите. Вот. И поэтому я говорю то, что мне его там постригли, вот где мне понравилось, как его постригли, точно так же, как на свадьбу. Ему очень идет, но у него с одной стороны рост волос такой, то, что торчит. И несмотря на то, что ты шампунем таким даже моешь, да, все равно. Всегда. Ну, просто как-то надо, я не знаю, может, другую попробовать прическу. Но мне не нравится вот такая прическа, какая вот тут на тебе. А потом обрастет нормально. Вот еще у Валеры, вот у тебя еще вот в этом месте вот как залысины пошли вот такие вот. Какие видите, лысины? Муж у меня лысин. Ну, вот видишь как. У тебя много и волос, и она вот да, это чуть-чуть. Выделяет, а это надо... А другая, она постригла тебя, то, что она вот это спрятала. И намного красивее она тебе сделала. Я у тебя возьму волосы, пересажу себе. Еще, наверное, у тебя много же. Ну, мне пока 30. Скоро 31. Че на день рождения подаришь? Теплицу уже подарил, ты еще не помнишь? Какую? Где? Ну, подожди, когда надо. Сейчас позвоню, привезут, 28-го скажу. Вылетит тут. Время есть, да? Да, я на работе буду, разгрузите. Я думаю, мы когда, 2 года тому назад, у нас здесь есть иглинские бани. Ну, то есть я приглашать никого не хочу, там здесь пир на весь мир устраивать не хочу. Я редкий случай, когда я люблю вот так вот отмечать свое день рождения. Это Валера у нас это так. Я люблю. Да, он отмечать. Друзей, подруг, как люблю таковых. Песни, в принципе, как таковых подруг
не осталось, вот с кем прям хочется посидеть, я лучше вон с соседкой посижу, ну, вот так, по большому счету, либо с родственниками, но подружки были, мы общались, просто у нас и с одной подружкой, и со второй подружкой немножко взгляд на жизнь разный, и поэтому, в принципе, мы можем встретиться, но я сама этого не хочу, и вот поэтому уже вот так. Да и когда мы дружили, в принципе, я раз в 3 года, может быть, стол накрою, может быть. А когда дети, когда девчонки, я не хочу лишнего вот такого вот показывать, как вот это вот тусить. Ну, там еще, когда ты с родственниками отмечаешь день рождения, я не люблю вот эти пьянки, я не люблю вот эти вот гулянки, чтобы девчонки... Во-первых, у меня девочки, это совсем по-другому. Или когда мальчики, да, вот когда у Валеры день рождения, какой-то праздник, Валера, ну, то есть в нашей семье это нормально, то есть папа может отметить, ну, чтобы они потом мужа своего не пилили, вот. А я как мама, я не хочу показывать пример, то, что как нужно тут, я же тоже могу хорошо отдыхать, я тоже умею, и поэтому в прошлом году, например, я ездила с сестренкой и еще с подружкой в ресторан мы поехали. А, точно. Да, мы поехали в ресторан, а 2 года, там это 30 лет мне исполнилось, а когда мне исполнилось 29 лет, мы как раз началась вот эта военная операция, у нас не было вообще никакого настроения, вообще не было никакого желания что-то вообще, да, такого, ну, у меня такое состояние было не очень, потому что началось 22-го же, правильно? 24-го, а у меня день рождения 28 февраля, и у меня вообще не было настроения какого-то там праздника там или еще, ну, поняли. И мы, ну, а девчонки-то как бы все день рождения отмечают, а мамина не отмечается тоже как бы неправильно, да, и мы тогда пошли в Иглинские бани. Мы ходили, да. Как раз скидка там еще на день рождения. Суши заказали, пиццу заказали, лимонад купили, да, потом там музыку, там бильярд, то есть, в принципе, там из компании можно собраться. Но мне этого не хотелось, хотелось чисто семьей. Там сауна, да? Не сауна, а этот. Сауна. Сауна она считается? Сауна. Ну, как баня. Ну, нет, больше сауна. Кедровая там какая-то, да? Кедровая. Бассейн, ведро там поливаться. В общем, мы так хорошо время провели. Понятно. Очень понравилось. И то есть готовить не надо. Ну вот, я хочу в этом году точно так же. А я в этом году в ресторан пойду. Ну, ты в ресторан? С другами. С другами? Да. Мне же 35 будет. А подругу берешь? Нет, друга. Други. Возьми подружку. Не. В смысле? Мне нет подружек. Я? Ты подружку, что ли? Ты жена же. А чё? Нет. Я договорюсь с подружками другиными. Чтобы они тоже не пошли. Поставим условия. Я твоих друзей знаю. Караоке пойду. Еще влог им отправлю, скажу, срочно смотрите влог. Ага. Я тоже петь умею. Ты не певица, ты же не любишь петь. Чуть не певица. На людях, а я люблю. Рэпчик тебе зачитаю. Ага. Людям в клетчатых пижамах. Ага. Давай. Нет. В смысле ты меня... Ты со мной не будешь отмечать день рождения? Ты сказал, подарок не подаришь тебе. Поэтому я не приглашаю. Вот слова... Слова, видишь, че? Возрождаются, уже убегать начинаешь. А-а-а. Уже без жены день рождения отмечаешь. У-у-у. Тебе не стыдно? Нет. Убегаешь от семьи? Нет, куда я убегу? Знаю. Да я вот на шабаш хожу, чтобы дома не появляться, да? Че лежать? С тобой, да? 35. Ну. Потом сложнее будет отмечать, да? Чего? Стареешь, что ли? Да. Да не, мне дома всегда нравится. Ой, Валера любит дома, да, он любит. Куда ходить, что-то. Он, я еще люблю куда-нибудь выйти там, раньше в клуб там сходить, потанцевать. А Валера любит вот пригласить, да, друзей. Шашлык. Да. Песни.
Вот никуда идти не надо. Устал, лег и все. Один раз в ванной он уснул. Ну, бывает. Праздники. Я ж как дельфин. А, ты себя потом дельфином видишь, да? Да. Потом холодно, я просыпаюсь. Включу еще горячую воду, погреюсь и иду спать дальше. Полежу. Да. Ну, а холодно выходить, как опять спать буду. Недавно Валера тоже себя дельфином почувствовал. Лег в 3, проснулся в 6. 3 часа дельфин плавал. Поэтому баню не надо. Баню надо. Уйдешь в баню, уснешь там, и что я делать буду? Что, закроешься? Нет, ты что, я не сплю. Я знаю тебя. Нет, баня же это расслабляет. Вот уставший пришел, набрал, вроде питаться. Ничего себе, ты устаешь. Ну да, как ты хотел. Так что вот так вот, видите, поэтому вот разрешила сейчас мужу потрогать себя. Вот видите, лежу с ним, обнять себя разрешила, вот поцеловать разрешила. Просто если я начну записывать то, что тут происходит, ну как бы зачем? Зачем все это? Это наши личные отношения, да? Конечно. Зачем это выносить? Я могу потрогать. Ну в смысле, я имею в виду. Это некрасиво. Ну такое я не люблю, я сама не люблю смотреть влоги, где пара начинает целоваться, где начинается зая, там солнышко, там. Ну ладно, он еще жене говорит, ну когда жена начинает говорить вот это мужу, ну если вы говорите, ну разговаривайте так вместе с, ну, блин, ну я не могу вот это, ну не на всеобщее обозрение. Поэтому даже когда Валера ко мне подходит на обеде, начинается вот это, я вырезаю эти моменты. А я, бывает, не вижу, ну, что камера стоит. Да, вот поэтому. Мало того, что девчонки бегают, да, еще и камера стоит. Нет, я всегда контролирую их, а камеру забываю просто. Да, так что... Если не показывается такое, значит, это ничего не значит, абсолютно ничего не значит. Если я начну вот это снимать, вчера я аж запыхала. Я говорю, Валер, все, я уже чувствую приближение 31 года, я дышаться не могла. Вот, мы прикалываемся, бегаем там. Щекоти, вот Валера щекотки боится. Да, ты не боишься, меня, да? Лучше не трогай. Вот видишь. Вот. Просто такие отношения мы не показываем. А мы уже, ну вот теперь будем иногда вам показывать, наверное, чтобы, а то вдруг мысли у людей разгонять, да? Это то же самое, если мы в туалет не показываем какой-нибудь, значит, что, мы не какаем, не писаем, что ли? Да? До этого, когда я не снимала, что готовлю. Ну, я же не это... Думали, мы не едим, да? Да. Ну, мне... Да, Валер, так писали. Типа, а что вы там едите? Ты худая, он худой. Я серьезно говорю, да. Я не снимаю, что я там это... Ну, там девчонки что едят, там кашку с утра, ну, такое. Я сама не люблю мукбанки вот это. Я Валеру снимаю, если я не снимаю, когда я ем. А Валеру снимаю. Ты не против, да? Я аппетитно всегда кушаю. Вот. Я когда кушаю, ко мне дети всегда кушают. Ну, блин, ну я не могу просто. Для меня это тоже как отчасти такой интимный момент. Поэтому я не всегда люблю и смотреть, когда кто-то сидит, ест. Вот эти мукбанки, когда прям паста... Ну, ставят там, готовят что-нибудь и сидят на камеру, кушают, едят. И разговаривают при этом. А, это популярная вообще тема, очень много каналов с мукбанками. Кушаю, разговариваешь? Да, ну вот ты кушаешь, и мы с тобой разговариваем. Угу. Вот, это мукбанк. Но это не всем приятно же. Вот, и я такое не люблю, и вот я поэтому... Я вот раньше это... Не кушал. В Макдональдсе не кушал, потому что это не мог смотреть, как там...
кушать этикет. Да, да. Я с собой на вынос всегда брал. И ты уже подсознательно, у тебя ощущение до сих пор, это когда сидишь, бургер ешь, блин, вот здесь там не закапал, сразу начинаешь протирать, потому что, ну, блин, я не знаю, это не культурно. Ну, мне кажется так. Ну, каждый раз вот это сидеть и чисто вот сидеть и поедать. А еще когда причмокивают, вообще жесть. Поэтому вот так вот. Если получается так... А, да, вот недавно мы купили, когда съездили, мороженое купили. Ну, я просто показала, вытащила, а там как бы камера ушла. И, в общем, мне задали вопрос, а вы что, купили только Элизе? Мороженое. Мороженое, да, я же Лизу потом снимала, а Настя же на второй этаж ушла. Вы, говорит, купили только Элизе, а Насте не купили. Я, говорю, что-то не понял. Нет. Я написала нет. Не купили? Нет. Мы всегда покупаем детям. У нас даже Элиза покупает себе на свои деньги, зная то, что Настя копит, она ей покупает. Не забывает ее. Вот. Поэтому Лиза в тот раз у нас во влоге, ну, как бы так выходит. Раз Элиза одна ела, значит, Насте не купили. Мы нормальные люди. Мы там 100 рублей на ребенка отдать. Не жалко. Да. Это абсолютно. Вот элементарно были моменты, когда меня мама воспитывала. Помнишь? Валера рос один. И то есть, когда ты один растешь, понятное дело, все тебе, да, все ребенку. Ну, в пределах разумного, опять же, Валера. Один, ты сейчас скажешь, один ребенок в семье был. Да, один ребенок в семье. Я имею в виду то, что все Валере. Но опять же, тебя не баловали там, как не знаю что, да? В пределах разумного. Ну, то есть Валере ни с кем ничего не приходилось делить. И если, когда я росла, мне постоянно приходилось, конечно же, нам всем троим, Валерия, Алёше, нам всем приходилось делиться. И мама приучала, даже несмотря на то, что всегда нужно дать маме с папой попробовать. Папа всегда отказывался, а мама всегда пробовала. А у меня сейчас такая же привычка, там, девчонки, побудешь, папа, буду, а девчонки мне дают, а я не хочу, ну, вот, ну, просто не хочу, вот, как бы, выворачивает. У меня папа бананы не любил, помнишь, а я ему, пап, ну, на, попробуй, ну, на, он, ну, уже все, я его достану так немножко, ну, типа, попробовал. И когда я уже становилась взрослая, у нас там киоск в Кудеевке, он до сих пор стоит, и вот мама... Ну, уже Настенька маленькая была, да. И мама как-то в разговоре, мы же болтаем, 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 все темы можем затронуть. И в разговоре она вот зашла, говорит, в киоск, она там себе баллон там купила, да, а ребенку то ли 2 ребенка, то ли 3 ребенка, я уже не помню, это много лет назад было. И ребенку по яблочку, ну, не вот так килограммами, да, вот килограммами мандарины, килограммами там, а себе конкретно баллон взяла, понятно какой, да, люди взрослые поняли. Ты взрослая, поняла? Нет. Вот такой. Да, а детям по чуть-чуть, вот понемножку, или же печеньки вот по выдаче могут выдавать, и мама всегда вот это тоже, как бы и мы разговаривали, и я слушала, и думаю, ну, действительно ведь так, когда ты себе покупаешь, а на детях все экономишь, а кому-то кажется, будто бы я младший ребенок, ну, мне кажется, я не избалованный ребенок. Ты? Да. Избалованный. Я избалованный ребенок. Да, вот я нет. А, эгоист тот, который. Нет. Единственный. Ты че, я наоборот на себе экономлю. Я не избалованный. Давно ли это было? Давно. Угу. Нет, раньше было, знаете, как... вот когда финансов, ну, мало было. Все равно. Ага. Ну, в смысле, я для них все. Ну, например, покупать. Останется там полпалки колбасы, да? Ну, не полпалки, вот такой кусочек колбасы. У нас в семье всегда спросят, кто-нибудь хочет? А у нас нет. У нас кто успеет? Нет, это у тебя нет. А у Валеры
все осталось, ну, типа никто не ест. Надо уничтожить. Хотят, не хотят, по барабану, все, съел. Потом ребенок бежит, а есть колбаска. Папа съел, у нас постоянно все папа съедает. Поэтому нужно это... Пирожные, да, половину добил? Да. Ну, я купил два потом. Поэтому вот у нас такое, например, тоже есть такие моменты. То есть я Валере, Валер, ну ты там что-нибудь возьмешь, ну ты... Ну ладно, я там, да? И то, иногда я тоже хочу. У детей то, что спроси. Да, а есть такие моменты, когда возьму себе мороженое, ты будешь, Алвина? Нет, не буду. Куплю мороженое. Это было себе. Один раз. Ну и что это было? Один раз, Валер. И берет, отбирает. Ребят! У меня. За 11 лет. Ребят! Один раз. Ну и что? Отказалась. Вот эгоист, видите. Нет. Он даже ну не... я же предложил до сих тебе. Ты, у тебя травма? Да. Конечно. Тихо. Нет, не только с мороженым, еще что-то было же. С мороженым на все. На рыбалке удочку. Тебе взять удочку? Не надо, я не буду рыбачить. Потом отбирает. Ребята, смотрите на меня. Чего? Так что, вот такие вот дела. Я сейчас возьму, а то у меня рука затекла. Да, и вот все мамы трогают. Потому что все мамы боятся. Никогда не нужно судить по таким моментам. Ну, я не знаю, конечно, есть люди, которые прям все выкладывают, да, и для них это в порядке вещей. Я вам сказала, рассказала свою позицию насчет вот этих вот моментов, да, когда... Вот, и Лиза вот делает папе тоже массаж. Ну, вот это я снимать, конечно же, не буду. Понятное дело. Ну, может, для кого-то непонятно, потому что это ребенок. Я папе тоже массаж делала. Всегда. И вот и Лиза тоже папе спинку потопчет, еще что-нибудь. Ну, от чего так ребенок? Наверное, откуда-то он видит, что кто-то папе массаж делает, раз ребенок проявляет инициативу. Крем там покупаем специально для массажев. Ну, поэтому я могу там записывать, да, вот как я гуляю. Какой-нибудь там, как я готовлю, ну, вот такое что-нибудь. Ну, такие моменты я не буду, вот, именно личные, то, что остается в семье, и кому я не хочу это показывать, как мы с Валерой там обнимаемся, как мы целуемся, какие у нас там есть разговоры, да, зачем? Все, да не все, конечно же, я выкладываю, но на это должно быть голова, да, и то есть, если я что-то выложила, значит, я так посчитал нужным и не вижу в этом ничего страшного. Потому что за свое действие, если кто-то это осудил, я могу объяснить человеку, почему. А еще есть такой момент, мне тоже он не нравится, когда... вот тоже в комментариях как-то... Сначала что-то выговорит, вам в город нужно переезжать, а то вы деградировали... Потом и тут же пишет, спрашивает, и тут же спрашивает меня вот так, типа, ну, как будто... А вот это кто? Ну, как-то в грубой такой форме, я уже не помню. Ну, вот тоже был такой момент. Ни здрасте, ни до свидания, ничего вообще. А это что? А это кто? А он кто? А почему? А зачем? И когда вот девушка, по-моему, она мне тоже написала и про вот эту неадекватность, ну, я ответила, я говорю, изучите, пожалуйста, культуру общения с человеком. И еще меня нас деградирующими людьми называют. Ну, ладно. Всякие, конечно, есть люди. Вот, но на этот момент я сегодня хотела поговорить, возможно. Да невозможно, у людей есть такое мнение, они видят дальше видео, думают, если не показывают, значит не было, да. Поэтому сейчас люди удивляются, вот я тоже всегда смотрю какие-нибудь видео, какое-нибудь происшествие происходит, и человек заснял это на видео, и в комментариях, вот, а что ты снимаешь, что ты не помогаешь, а что ты снимаешь, откуда вы знаете, что дальше человек это сделал? Я это никогда тоже не понимала. А что ты снимаешь? А если он это не заснимет, то этого и не было. Выходит так.
Это то же самое, раз он снимает, ничем не помогает, значит, он ничем не помогает. Значит, зачем ты снимаешь? А сейчас все нужно записывать. Но, опять же, в пределах разумного. То есть, такие моменты я не записываю. И это не значит, то, что у нас тут это, бедный Валера ходит, боится Алвину. Просто такие влоги получаются, то есть, когда я записываю, в основном, как бы, ну, на какие-то темы, где мы рассказываем серьезно, если что-то мне не нравится, я могу это сказать, я могу это озвучить. Вот, ну, женщина вот такая сегодня мне попалась интересная. Вот, уже руки затекли, вот 27 минут держу телефон, уже одна рука болит, вторая рука затекла. Все, вот такой вот вечерний влог. Всех люблю, целую и обнимаю. По видео не судите. Вообще полные отношения мужчины и женщины. Просто отдыхайте, смотрите и отдыхайте. Не нужно критиковать, не нужно что-то как-то искать, копаться в грязном белье, не зная, не живя лично меня, лично нашу семью. В общем, вот так. Все. Завершаю этот влог. Всем пока-пока.